девчонки, если бы не уборка, я не заметила, что у меня баночки переполняют мою коробочку пустых баночек, то, наверное, я бы забыла, что у меня на канале есть такие видео про пустые баночки. Вот, накопилось уже очень много, еще вот и вот. В общем, куча всего, и сейчас я вам про это все расскажу и покажу все. Я постараюсь сделать это видео с минимумом монтажа, то есть с минимумом вырезанных частей моих несуразных речь, с моей несуразной речью, вот уже один ляп. И начнем. Первое я беру в руки, это гель для умывания от Биокон, натуральный уход, крем-гель для умывания успокаивающий. Фух. Значит, такой гель, он есть в разных ароматах, можно так сказать. У меня это персик, и он классно пахнет. Он такой беленький, с кремовым таким эффектом. Он, конечно, ядреный для моей кожи, хотя у меня она комбинированная, но участок вот тут вокруг носа, он просто этот гель спаливает до невозможности. То есть, в общем, он может быть и хорошо работает, но из-за этого минуса я его больше покупать не буду. И посоветую разве что тем, у кого супер жирная кожа. А так мне он не понравился только из-за этого, поэтому оценку ему ставлю тройку. Дальше у нас идет репейное масло с красным перцем. Оно стимулирует рост волос. Первый раз, когда ко мне попала баночка с этим репейным маслом, на запах мне показалось, что сюда налили просто обычного растительного масла. Я поспрашивала у девчонок, я полазила по сайтам, посмотрела кучу видео, и после того, как я купила вторую баночку такого масла, я поняла, что это не обман, то есть это действительно репейное масло с красным перцем. Насколько оно эффективно, я пока сказать не могу, потому что только сейчас начала пользоваться снова этим маслом. Ну, плохого ничего сказать не могу, смывается нормально, в принципе. И я думаю, в дальнейшем я попробую лучше протестировать это масло и скажу вам, сколько ему поставить. Ну, на данный момент пускай ему поставлю 5, но вообще репейные масла — это классная вещь. Значит, дальше это просто кошмар. Вот этот гель для умывания, основной уход от Garnier для смешанной кожи, виноград. Это просто ужас. Вот эта вещь просто спалила мое лицо. Я молчу про зону вокруг носа. Во-первых, минус. Это просто сплошной минус. Он не смывал никакой макияж. Даже тональный крем я тоником упирала, и он не смылся. Он не смывает нифига, жидики. Пенится хорошо, пахнет классно. И у меня вся бутылка вот этого вот геля для умывания, она просто ушла у меня в унитаз, потому что там он хорошо пенился. И, если честно, блин, не хочу я больше покупать вот этих гелей известных марок. Я смотрю, девчонки покупают разные гели, там им нравится это все. Но после вот этого я больше этой ошибки не сделала. Знаете, что самое обидное? Он стоит намного дороже вот этого биоконовского геля. И мне, честно, мне сейчас жалко денег за то, что я потратила на него. И больше такую ошибку я не сделаю. И, конечно, не могу сказать вам, брать его или нет, это вы решайте сами. Но, по-моему, это вообще бред полнейший. И он годится только для того, чтобы мыть кожу утром. Но никакой косметики он не смывает. То есть ему ставлю 2. Ужас это, какой-то кошмар. Фух. Дальше перейдем от кнута к прянику. Шампунь репейный, противопадение волос с активатором роста. Это настоящий репейный шампунь. Есть даже настоящее репейное масло, маски, бальзамы, их куча всего. Шампунь я там, я постоянно сейчас пользуюсь на зиму. Шампунь, он без ополаскивателя, он, конечно, очень путает волосы и делает им такими немножко жесткими. Поэтому лучше после него использовать ополаскиватель. А вообще шампунь классный, он хорошо чистит кожу головы, сами волосы. После него такие, знаете, рассыпчатые, очень классно разделяются, но путаются немножко и очень хорошо блестят. В принципе, это мой кот. В принципе, больше ничего я плохого не заметила, поэтому к
конечно же, я его уже купила, новую баночку, и буду покупать дальше. И пятерку ставлю, и, конечно, всем его советы вообще супер. Особенно, если использовать вот это вот в комплексе, но об этом в следующем видео. Так, едем дальше. Фу, у меня немножко уже дыхание перехватывает. Дальше ополаскиватель от Oral-B, Pro Expert мультизащита. Куча всяких функций, которые он делает. В принципе, он неплохой, но это уже моя вторая баночка, он просто очень много заканчивается, и мне уже столько вот надоел. Я уже купила от Colgate ополаскиватель, этот я больше не хочу пока покупать, а вообще ничего так. Если ищете хороший ополаскиватель, то обратите внимание на него. Дальше новинка в моих пустых баночках, это бальзам для волос, бальзам ополаскиватель от рецептов бабушки Агафьи. Мой кот сходит с ума, не обращаем внимания, мы сегодня работаем без монтажа. И, значит, что я там говорила? Значит, этот бальзам мне попал в руки случайно, просто привлекла, если честно, цена. Но после того, как я его попробовала, я уже купила вторую банку. И он, конечно, немножко жидковат, пахнет странновато, но... Волосы после него, уважаемые мои девушки, очень классные. И расчесывается супер, выглядит обалденно, увлажненно. И несмотря на то, что он не густой, он очень экономный и дешевый. И, конечно же, я его советую всем. И ему, конечно же, ставлю пятерку даже с плюсом. И присмотритесь к этому бальзаму, он мне очень понравился. Так, дальше опять следующая, уже очередная баночка от... дезодоранта, антипроспиранта Garnier Mineral, невидимый, в общем, на 48 часов, который защищает. Просто влюбилась в эти дезодоранты или антипроспиранты, как они правильно называются, и просто все, у меня уже опять же новая баночка стоит, и буду ими пользоваться до скончания веков, наверное. Ему пятерка однозначно, мне он очень нравится, и защищает хорошо, и пахнет хорошо, цена хорошая, в общем, крутой. Присмотритесь тоже, если кому нужно. И еще одна моя, так сказать, на 50% любовь, это кокосовое масло от фирмы Икаров. Здесь у меня 60 мл, вот такое оно. Это чистое кокосовое масло, без ароматизаторов, без добавок. Я его использую для, раньше использовала для того, чтобы увлажнять кутикулу, какие-то убирать шелушения, но после того, как я определила, что оно совсем мне не помогает в этом плане, я его стала использовать по назначению, на волосы. Значит, делаю я маски с ним на ночь и утром смываю. То есть на ночь я мажу кокосовым растопленным маслом волосы. Опять мой кот. Едем дальше. Дальше осталось не так уж и много. Дальше у меня идет антисептический гель для рук, который выдавливается. Что могу сказать? Антисептические гели, они в любом случае, и спреи хорошо работают, потому что у них есть спирт. И я их постоянно теперь покупаю, в сумке лежит уже запасной. И, кстати, я так и не определила, что лучше, гель или спрей. Мне кажется, они одинаково хорошо работают, поэтому можете купить и гель, и спрей. Я им обоим ставлю по пятерочке. Еще у меня многострадальная моя подводка от Color Trend, эйвонская, которая привлекла меня своим дизайном. И вообще я поначалу в нее влюбилась. Я не ожидала от нее такого качества. Честно, я очень разочаровалась, потому что мне нравилось все, и кисточка, и то, как она работает, как наносится. Но потом почему-то меня стали от нее щеметь и щипать веки. И она стала, знаете, такой ленточкой скатываться. И на ней нельзя нарисовать поверх нее ни карандашом, ничем. И стягивает века. В общем, чего-то она перестала работать. Я думала, это может что-то со мной случилось. Дала ей второй шанс. И вторую попытку она провалила. Но, к сожалению, приходится ее выкидывать. Мне она не подошла. Давайте оставим это без оценки. Это так драматично. Все, она будет без оценки. Дальше тоже мой многострадальный блеск. Голографический, трехмерная формула 3D от Eveline или Eveline. Сам блеск, он очень такой красивый розовый оттенок, но он такой липкий, неприятно, в общем, выносить на губах. А есть у них, конечно, и хорошие
блески, а этот мне не понравился, он простоял опять же у меня, я не знаю сколько, я им не пользовалась, решила, зачем стоять, лишнее место занимать. Оценка ему тройка, не берите дешевые блески, лучше заплатите, я уже поняла, дороже немножечко, но взять более-менее хороший. И осталось у меня две, как это, пустых баночки, можно так сказать, да. Значит, это карандаш с Бенкоинс черный, он у меня почему-то засох, просто засох. Плоховатый карандашик, и карандаш от фирмы Лорина, тоже черный вот такой, и его выкинула, потому что когда на карандаш попадает тень, он перестает рисовать, то есть, наверное, припудрился, в общем, он меня сильно, и тоже не очень он хороший, лучше купить немножко подороже, но лучше качество, вот. И вот только вспомнила, что сегодня у меня закончилась еще одна якобы пустая баночка, назовем ее так, пустая коробочка. Это коробочка из-под матирующих салфеток сайта Bynecoins. Это первые мои матирующие салфетки в жизни, и мне не с чем сравнить, но работали они хорошо. В принципе, жир с кожи убирали, поэтому им ставлю пятерочку, их уже здесь, к сожалению, нет. Заказывать в следующий раз, наверное, их не буду, может, попробую что-нибудь другое. И, кстати, скажите мне, пожалуйста, пожалуйста, напишите мне в комментариях, какими матирующими салфетками пользуетесь вы и где их можно купить, если вы пользуетесь ими с какого-то сайта. То есть, если вы заказываете через интернет, пожалуйста, я вас очень прошу, вы меня очень выручите. Все, видите, в моей баночке остались, ой, в моей коробочке осталось только какие-то бумажечки, и она пустая. В принципе, всего было не так уж и много, но я надеюсь, вам понравилось то, что я вам рассказала. И мне очень, конечно, страшновато выкладывать видео без монтажа, потому что я привыкла все делать идеально. Но я надеюсь, вам понравится такой формат видео. Вы мне, кстати, напишите, вам нравится больше, когда все красиво, без всяких, как сказать, ляпов, да, без лишних слов, или все-таки живая речь и мои какие-то проколы в разговоре и всякое такое, всякая такая дребедень. Я буду знать, куда мне работать и расти. В общем, заканчиваем уже это видео, оно стало сильно длинным. Всем спасибо за то, что вы посетили мой канал, посмотрели это видео. Я надеюсь, вам понравилось. Конечно, оцените меня, если вам понравилось. Я буду знать, что я не зря старалась. И еще раз извиняюсь за то, что я решила так записать без монтажа. В дальнейшем будет видно. Конечно, ждите следующее видео, которое будет, я надеюсь, скоро. Оно будет не менее интересным, чем пустые баночки. И всех целую, и всем пока!